без какой-либо физической подготовки. Абсолютно любой человек может заниматься, лишь бы не было медицинских каких-то противопоказаний, которые, ну, врачи запрещают именно физическую нагрузку. Остальное любой желающий может участвовать, и это будет для него открытие такого мира, такого чудесного получения такого заряда энергии, что он сам удивится, что может, получая вот такое веселое настроение в таком вот состоянии танцевальном, так сказать, ну, в состоянии вечеринки, да, зумба, она как в основном его направление идет, как зумба-вечеринка.